Я куплю тебе все, что угодно. Мы можем взять вот XS Max. Сейчас изобьют за съемку. Ангидрит. Спиннеры есть даже, представляешь? Всем добрый день, с вами Айден, это новый ролик. Давайте сразу поставим лайк, потому что YouTube нас рекомендации не пускает. Лайки — это единственное, что нас с вами спасет. Сегодня мы снимаем новый интересный выпуск, челлендж, который еще никто из блогеров не снимал. Я первый это придумал. Здорово, бро. Привет. Как у тебя дела? Нормально. Я куплю тебе все, что угодно, но только то, что ты назовешь вот в этом словаре. Ты называешь мне цифру от 5 до 543 и называешь номер слова. Здесь на каждой странице примерно 50-53 слова. И называешь меня сначала или с конца это считать. Потом мы смотрим это слово и, собственно, все то, что будет в этом словаре под тем словом, которое ты назовешь, то мы идем тебе покупать. Еще небольшой момент. Бывают слова, на которые невозможно что-то купить. Например, пересказчик. Деда пересказчика вот из этой книжного магазина мы не можем купить. И поэтому мы идем вверх или вниз. Как-то воняет. Вплоть до того слова, которое возможно хоть как-то купить. Вот, перчатка. То есть идем, покупаем перчатку. Наш первый раунд готов назвать прямо здесь и сейчас. Начнем. 215. Так, 215 страница и какое слово? 28. 215 страница, 28 слово. Сверху. 27-28. Лесоматериал. Поздравляю тебя. Лесоматериал — наша задача сейчас найти. Что такое лесоматериал? Наверное, это дерево, да? Считается за лесоматериал? А сколько матрешечка стоит вот, вот это? Какая тысяча? Тысяча? Знаете, лесоматериал из матрешек, которые продают по 1000 рублей, маленькие. Я покупать точно не буду, я человек экономный, сами понимаете. Лесоматериал мы можем найти в магазине «Буквоед», здесь точно что-нибудь есть. Это же считается лесоматериалом, а считается самым настоящим лесоматериалом, правильно? Нет, у нас разрешено. Короче, мы покупаем деревянную ложку и уходим отсюда, потому что нас сейчас изобьют за съемку. Лесоматериал, поэтому покупаю ложку за 109 рублей и все хорошо, пойдем. Называй страницу. 86-я. 86-я страница. 21-я. Снизу. 21-е слово снизу. 86-я страница, 21-е слово снизу. Погнали. 21. В силе. Нет такого, такой покупки, которая называется «в силе», поэтому идем дальше вверх. Всевышний. Всевышний не продается. Всасывание мы тоже не можем купить. Что ж такое? Врунишка, ничего не подходит. В рассыпную, в рассрочку. Вот, в рассрочку, кстати говоря. Мы же можем купить любой товар в рассрочку, в принципе. Взять там кредит на какую-то крупную покупку, да? Мы заплатим там, ну, 5-10 первого взноса, а остальное придется тебе. Да, я согласен. Тогда идем в ДНС. Мы можем взять вот XS Max есть, есть 8 плюс. Седьмой, черный. Седьмой какой? Плюс или обычный? Обычный. Вот этот? Да. Окей. Да. Здравствуйте, а сколько у вас рассрочку по времени можно брать? То есть 4 месяца? От 4 до 24 месяцев. А на год мы сможем взять? Да. Вот седьмой, который 23 стоит, сколько будет переплата у нас получается? Переплата будет 10%, но за эти 10% вы получите аксессуары. А, аксессуары. Тогда да, давайте мы оформим. Да. Паспорт. Паспорт. Для вас одобрение. Угу. Получается, первый взнос нужно внести 10 тысяч рублей и расписаться. Угу. На двух экземплярах, один остается вам, один нам. Хорошо, спасибо. Ваш карантинный товар, он же товарный чек. Здесь тоже нужно поставить подписи расчетов. Угу. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Спасибо. Я заплатил 10 тысяч рублей, с тебя, соответственно, остальные 13 там в течение года оплатишь, да? И знаете, по лицу Тимоши я видел его волнение, небольшую растерянность, ведь ему придется самостоятельно выплачивать кредит. А что скажет мама и где брать деньги? Ну, я решил его успокоить, сказав всю правду. То, что тебе выпала рассрочка, это не твоя вина, поэтому понятно, что тебе ничего не надо будет платить, я этот кредит сам выплачу. Все, на, держи этот айфон себе. И пакетик, конечно. Еще аксессуаров там потом тебе вдогонку дадут. Давай быстро, номер страницы, слово. 418 страница. 418 страница.
Десятое слово снизу. 6, 7, 8, 9, 10. Свисток. Фух, ну что, я думаю, что свисток это не так сложно купить, наверное. Хотя я вообще не знаю, где сейчас в 2019 году можно купить свистки. Кстати, ребят, если этот ролик соберет достаточное количество просмотров, мы посмотрим, и вам, в принципе, эта тематика интересна, то я выберу участников из комментариев к следующему выпуску и, возможно, приеду в ваш город. И, конечно, поддерживайте нас лайками и так далее, а мы пытаемся на Садовой, Сенной, Спасской площади найти какой-то свисток. И тут есть детский мир в торговом центре ПИК, поэтому мы идем туда. Да? Да. Да, все. Так, а где свистки? В разделе творчества, наверное, как вы думаете, пацаны? Ну, наверное, вот это где-то здесь должны быть свистки. Они же свистят в этом возрасте обычно. Соски там используют всякие. Сколько, ребят, вот я помню в моем детстве, ну вот не было такого огромного количества игрушек. Вот, кстати, стопудов здесь есть свисток. Ну, это свисток, это точно свисток. Давай голубой. Давай, обсосал уже один. Здрасте, у нас вот свисток. Спасибо. Пацаны, нам разрешили вот такую штучку взять бесплатно, мы прямо в магазине реально. То есть мы взяли свисток, по сути, бесплатно. Давай, посвисти еще сюда. Все, называю номер страницы, быстро, не думая, после того, как посвистел. 518. 518, сверху, снизу номер слова. 15 сверху. 518 страница, 15 слово сверху. Погнали, смотрим. Честь нельзя купить, это самое основное, я считаю, правило нашего ролика сегодняшнего. Четвертованный, четвероклассник, четвероклассник еще рано, я думаю, да, продаваться. О, чехол. Самое оптимальное это купить чехол для твоего нового айфончика, который мы тебе купили, ну, по крайней мере, взяли в кредит, и я. Ну что, вот магазин какой-то, починим ваш гаджет, пойдем туда, там мы возьмем чехол. Здравствуйте, а у вас на 7-е айфоны где эти чехлы находятся? Вот такой, такой. Нравится тебе чехол? Да. 550 рублей. Все, тогда берем. Клади обратно в свою коробку со своими подарками, в свой пакет. Ну а мы тем временем, пока ты кладешь, давай называй быстро число. Последний наш товар, который мы сегодня пятый уже приобретем. Надеюсь, это будет проще, потому что я, честно, уже подустал с этими со всеми кредитами, с прочими-прочими штуками. Плюс еще и денег мы изрядно много потратили. Так что поставьте лайк за все эти траты. Давай быстро цифру. 15 страница. 15 слово снизу. Ангидрит. В комментариях, пожалуйста, напишите, что такое ангидрит. Я, честно, не знаю, поэтому мы продолжаем. Может, это и можно купить, но явно не с нами. Ангину не купишь. Ангел. Ну, ангел можно купить. Хорошо, что не ангар, потому что ангар это следующее слово, а покупать еще целый огромный гараж, знаешь, это еще опять в кредиты лезть. В магазинах православных лавок точно будут ангелочки. В детском мире нет православия. Короче, зашли в Леонардо, здесь есть вот такие ангелочки, есть заготовки для каких-то поделок, но все равно считается, что это ангел. Вот такой есть ангелочек, возьми. Сейчас просто будешь выбирать. Есть вот такой ангелочек. На. Вот тоже есть ангелочек. Давай возьмем такое, эти разыграем среди наших подписчиков, мы их разукрасим. Спиннеры есть даже, представляешь? Сейчас современно. Ну что, ребят, вот и подходит к концу этот супер интересный, как мне кажется, выпуск. Если он вам понравился, обязательно напишите об этом в комментариях. И если вы хотите, чтобы мы приехали к вам в город, ну я один, ты не поедешь уже никуда. Короче, пишите в комментариях, и я оттуда выберу участников. На сегодня все, с вами был Айден, Тимофей, мой подписчик случайный. Подписывайтесь на канал, руку хотел мне пожать, а я этого не сделал. Подписывайтесь на канал, пожалуйста, если вам это несложно сделать, поддерживайте нас лайками, максимальной активностью. А мы будем взамен этому выпускать еще чаще и качественный контент. И самое главное, вкладывать в него деньги. Я побежал дальше сниматься, умываться, обниматься с тобой. Давай, бро, пока.